только что с Сережей вместе подумали, что мы русскую девушку. Всем привет, вы на канале. Наша жизнь в Америке. New Life, It's My Life. Да, где нам переходить? Короче, очередная плаза, блин, очередной влог. Но дело в том, что мы... Подожди. Здесь. Ну, мы рады вас видеть. Они, блин, нам машут руками за то, что не пропустили нас через дорогу. И все улыбаются, все довольны. Нормально мы идем, здесь везде все переходят, здесь нету переходов. Так вот, короче, Америка сливает баблище. Мы приехали на плазу и наездили змейку по парковке и с трудом запарковались. Все места забиты. Если в другой день, в какой приезжаешь, когда не праздники, становишься хоть раком, хоть боком, блин, хоть поперек, сейчас негде просто тупо стать. Ну и, короче, и мы тоже идем за подарочками. Подвержены. Это мы... А, во вход входим, да? Thank you. Мы тоже подвержены этой фигне. Пойдем потратим немножко бабули. Тут не будем тратить в этом отделе, наверное, да? Посмотри, чего. Ой, чего мы сюда пришли? Мы пойдем посмотрим, наверное, еще очередные Fortnite, потому что у нас не вся коллекция. Блин, такая очередь. Мы пойдем посмотрим модные кроссовки по модным ценам. И я не знаю, что ты еще, зайка, хотела здесь? Если мы увидим что-то, что нам очень понравится, мы будем покупать. Будем. Капитан Америка. Вот такие вот духи Marvel. Это железный? Нет, это трансформер. Блин, я их всех путаю уже. Почем они? Там, короче, вот так. Сейчас я покажу. Это вот столько стоит. Ты уже нашла что-то? Это вот столько. Подожди, $6? Зайка, сколько? 6, 9? Что, может купить тогда? 9,99. Кругом льется русская речь. Такое впечатление, что мы сейчас находимся... 99. Это черная пантера, это не трансформер. Видишь, так может купить какую-нибудь эту самую? Капитана Марвела, ну купи, может там тоже понравится. А Adidas сколько? 7,99. Какие-то цены такие смешные здесь вообще. Сереженька, смотри. Я нашла Антошеньке дополнительный подарочек. Iron Man. Йоу! Цена? 9,99. А пола сколько, скажи? Вот. 14,99. Блин, такие цены давай, какие-то давай смешные. Красиво. Давай. Подожди, а вот это вот черное пола сколько? 14,99. А Феррари? А здесь не видно. Не видно, а вот это что такое черное? Умное. А вон, смотри, еще Marvel Spider-Man есть. Зай, ну Антоша любит этого Iron Man. Ну, берем. Вон, пах нормально. А что ты здесь нашла? Вернем нафиг. Да? А Сережа, смотри, есть Black Iron Man. Может, нам Black надо? Как ты считаешь? А чем они могут отличаться? Блин, запахом. Посоветуйте, какого брать, черного или красного? Кто пользовался? Это вот здесь картинка. Да есть. Он по-любому будет пахнуть либо здесь железом, картинка, либо маслом. Здесь картинка есть. Понимаю, я так понимаю, запах этой туалетной воды будет либо железом, либо маслом. Нет, этим, знаешь, как... Fortnite. Но мы этих не берем, нам надо меньше. Так чем, 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 чем? Лошади какие-то и лошади. Это что, Fortnite? Твою... японскую аппаратуру. Да ты посмотри, сколько его здесь. Короче, берем этого, а того сдаем. Я не одинаковый. Много, но не наши. Наши фигурки меньше, а мы обрадовались, блин. Это 3 одинаковых, да. Видишь, так что наши пока... А их 6 одинаковых. И здесь тут... Не то, не то. Ну ладно, пошли рыться дальше. Класс. А это что, зажигалки Микки Маус, блин, или что? Зайка, фломастер. А выглядят как зажигалки. Нам не надо. Надо полазить, может, здесь увидим. Вон там еще среди машинок надо полазить, Fortnite поискать, зайка. Вот мне нравится свинка Пеппа. Можно мне тоже будет подарок? Давай. Вот этот. Кто любит смотреть мультик «Свинка Пеппа»?
Ну смотри, как это мило. Смотри, можно всю коллекцию собрать, там целую детскую площадку. А вот бы пускай бы был Айронмен такой, мы бы так. Так это что, разве не Айронмен? Нет, зайка, это Блэк Пантера, это нет. Жалко. Вот железный человек. Где? Железомобиль. Нет, а это для... А Антоши надо что-то такое. Здесь эта маленькая машинка такая прикольная. Какая милота. А чё она такая страшная? Чё у нее с руками, блин, посмотри. Как будто она армрестлингом занимается. Да, Fortnite есть, но не тот. Идем искать другой. Ну что, моя любовь? Идем дальше? Что, расходимся или что? Что-то кроссовки забыл. За $39. Так я в кроссовки пойду, мне тут что ходить? Ну ладно, я тогда в игрушку. Мне сумка не надо женская. Тебе надо. Тоже не надо. Тебе надо? Мне надо. Смотри, может, блин. Что, блин? Это что? Эти. Это не Майнкрафт, не Роблакс, это не Майнкрафт. Это Майнкрафт? Майнкрафт, да. У Катарины такая майка есть. Саша, не будем ботинки смотреть? Вот какой-то ряд ботиночный. Не сегодня, наверное. Ну, пускай кроссовки носят. Тут же зима закончилась, зачем им ботинки? Да. Короче, народу тьма. Ой, какая маечка милая. Смотри, Зай. Йоу. Все, короче, Зай, давай расходиться. Так, а ты что будешь смотреть? Я хочу пойти посмотреть такие всякие штуки для Катарины. Ну, так, Паш, я тоже хочу посмотреть. Еще, может быть, мы что-то найдем. А потом пройти, глянуть, может быть, здесь Fortnite. Надо Fortnite здесь посмотреть, да. Так, мы в отделе высокого искусства. Всякие элементы интерьера и часы. Красивый барный. $70 красиво стоит. Прикольное кресло. Нифига себе, $150. Ребята, вы что? Озверели. Так, еще игрушечный отдел. Стихийно образовавшийся. Excuse myself, sorry. Девушка милая шла перед телефоном, увидела, что я снимаю, извиняется. На самом деле, очень приятно, когда кругом тебя окружают культурные люди. Носки модные, а вон новогодние. Класс, класс. Плохой Санта. Кто помнит такое кино, кто не видел, можете посмотреть.
Так, ладно. Нам, кстати, надо поменять машинку для стрижки. А то наша притупилась. Притупились ножи. Как их точить, я не знаю. Наверное, надо будет отдать $20 за новую. Chrome Pro. Ну-ка, что у нас Chrome Pro предлагает? $25. Можно за 17 купить. Ни хрома, ни про, те же насадки. Ножницы с расческой вообще не нужны. Есть, так сказать. Прикольно. Хром-про комбо. Там еще с этим подбриваться. Пойду кроссовки посмотрю. Блин, какие прикольные красные. Чемпионы расписанные. Ну что они у нас стоят? Да, прикольные расписанные чемпионы. $40. Дорогая ценовая категория. Мне предпочитают до 30 кроссовок. Шапки не будем зимние покупать? У нас есть. Мегадрон. Блин, какой тяжелый карабас. Пошли, Сайка, сколько стоит? На пальто новое покупать. Сколько стоит дрон? Перевернуть. 27. Пойдем кроссовки посмотрим. Отговоришь меня покупать очередную пару. А потом я тебя... Сегодня я не буду тебя отговаривать. $25 кроссовки Фила, типа носки. Прикольные, да? Угу. Такие легкие-легкие вообще. А вот смотри, эти дащики. С деревянной подошвой? Почему здесь? Ну, да. Негнущиеся, я не понимаю этих кроссовок. А вот такие рыжие приятные. Угу. О, смотри, какие черные красивые. Маленький размерчик какой-то, да? Ну, какой-то, да, женский совсем. Что он тут делает в 12-м? Сколько стоит? Блин, $37. А это что, один продается? Или второй там где-то? Затерялся. Что-то интересного ничего пока не вижу. Вот очень недорогой бренд RBX. Они очень легкие будут. Офигеть, они вообще ничего не весят. Такие легкие-легкие. $20. Им сносу не будет. У меня есть одна пара, я ее ношу. Уже они мне и надоели, и выкинуть жалко, потому что они абсолютно не снашиваются. Мокасины. Мне иногда нравятся мокасины, да? Знаете, какие-то... На любителей. На любителей. И материал у них, конечно, не самый дорогой. Вот мне они нравятся, а носить их как бы некуда, да? Ну-ка, сколько вот эти вот стоят?
такие вот ники на сигнализации, блин, чтоб не угнали. 39. Почему-то $40 некоторые кроссовки ставят на сигнализацию, а некоторые не ставят. Блин, вот эта пума тоже вообще ничего не весит. Пятый размер, такой маленький. Что он тут делает? $33. Так. Ну что, какое там пальто тебе, зайка? Пошли покупать его. Пойдем в другой магазин. Хочешь штаны модные рваные? У меня есть уже. Модные рваные джинсы. $15. Чем больше дырки, тем больше цена. Да? Мне кажется, мужчина в том ряду, что он выбирает. А может, он в подарок выбирает? Смотри, какой красивый. Может, Антоша вместо духов вот эту фигню подарить? Постерную. Какая-то она, как мне кажется, слегка бэушная. Она, короче, она убитая просто в хлам, блин. Ну, потому что, видишь, какие-то уроды между нами, говоря, ее убили, блин. Ну, идем, где твоя эта самая? Блин. Не сложилось у него. Все. У щелкунчика. Ну, протез сломался у него. Ну где твое пальто, зайка? Ну я вот это присмотрела, там немножко не надо. У него пуговица модная. Это не пуговица, зайка, хрена не будет. Ну один, покажи нам, как это смотрится. Сколько стоит? Не очень много. $15? Нет, 41. $41? 42, я думаю. Зайка, может, мы сходим в другой магазин и купим 42 вещи? Зай, ну я не знаю, ты сама реши, хочешь ты или нет. Мне кажется, ты не хочешь, просто это такая у тебя это вот. Вот, ты не отговаривай. Ну хочешь по... отговаривай, но... Ну хочешь померяй. Ну я не знаю. Ну оно какое-то мышиное. Пишите в комментариях, оно все равно будет здесь год еще висеть. Что-то оно год будет висеть. Вот как висеть. Люди проголосуют в комментариях, нам пишут обычно 4-5 комментариев. Если один будет за, это. Тогда купим. Ну, кот, фу, не шмотничай. На, держи. Все, держи, Сережа. Сейчас будет примерка мини-бикини 69. Пишите в комментариях, почему откуда эта 69? Фраза. Потому что люди, которые смотрели это кино, не знают, откуда эта фраза. Люди смотрели это кино? А, 69-й. Откуда эта фраза, с какого фильма? Ну, конечно, смотрите. Ну, не говори, пускай нам напишут в комментариях. Ну, говорите, короче, брать или нет. Мне кажется, зайка, оно тебя полнит. Я тебе честно говорю, вот не то, что я $40 я зажал, конечно, но оно тебя полнит. Мне кажется, у меня грудь немножко не наесть. Мне кажется, либо это такой фасон, либо не твой размер, либо... Нет, зайка, размер, скорее всего, мой, потому что если я эсочку возьму, она мне в плечах будет. Но оно как-то на талии у тебя, как немножко на беременную женщину. Как будто у тебя животика нету для него. Это значит раскормить меня. Как хорошо, что неудачный фасон сэкономил $40. Ладно, мы еще в твой магазин идем. Экономный ты мой. Что там за мандемс набор? Еще одна эта самая выкручивается мандемс. Ну тут да, маленькая совсем упаковочка. Покажи чайную книгу. Давай я буду держать это. Не открывается. Не открывается? А в прошлый раз открывалось. Ну, потому что кто-то открыл ее, почитал. Добро. Сколько она? 80 пакетиков чая. 14,99. А, наверное, открывалась там тоже. Посмотри, еще вон там тоже есть. Ну, это какая-то мятая зай, блин. О, вот это лучше будет. Новогодняя, покажи. Переверну. Вот так вот цвет. Ага. Давай. 96 пакетиков. Ого. Ванила, эрл грей, мятный, лимонный,
гранатовый и имбирь. И? Того? 14,99. Надо брать. А это что? Тоже немножко другой дизайн. То же самое внутри. Коробка по-другому. Да. 849. Поки-поки. 849 это, наверное, дорогая цена, все-таки, я считаю. А кстати, давай тебе тоже расскажу. Видел рекламу. Coca-Cola сделала на Новый год напиток с этим. Угу. С этим. С этим. Я забыл. И этим самым. С корицей, наверное. Наверное, с корицей. А спрайт с кренбери. Это как по-русски? С клюквой. Короче, спрайт будет клюквенный, а кока-кола с корицей. Так что покупайте, пробуйте новые вкусы, рассказывайте. Чего там? Я не понимаю, это тоже какие-то... Хованки для Мандепс. Это подделка. Зай, ну какая подделка? Я говорю, что просто... Покажи, какой красивенький Мандемс лезет наверх. Ну, поставь его, не видно, разверни. И он тоже это ел своими руками. Почему мы не видели в этом самом? Ну, потому что тогда не был Новый год. Не сезон? Да. Нет, сейчас Вегас они... зимой ехать. Выпустили. Там написано попробуй, давай нажми, что будет. Он, наверное, споешь. Это вообще, это не Мандемс, это этот... Залибели какой-то. Okay. Косит под Мандемс. Я не могу поставить это наверх. Не можешь другой рукой поставить? Сюда он не влезет. Влезет. Что, почем покажи? Что? Лопатки кто-то притащил и бросил. 3,99. 5 или 6? 5. А это 7,99. Это тоже человек просто. Стопудов набрался. Почем карамельный? Вон та большая банка. Бесценный. Бесценный? Не будем. Так, мы здесь хотели посмотреть спиртное, и вот я боюсь, что этого спиртного уже здесь нет. Зай, это удар под дых. Помнишь те хулиганчики? Или я их там видел? Нет, где-то здесь. Вон, дай-ка они я они дальше будут. Мы смотрели, когда очень близко. Дай посмотрим. Нет, зайка, они, наверное, были вот на всех столах. Хорошо, я пошел ты вернись ко мне. Да, давай. Так, мне надо купить алкогольные бутылочки. Были тут такие хулиганчики. О, Мандемс. Поезд. Шкатулочки. Шкатулочки. Шкатулочки для Мандемса будут стоить $15. Так, а я иду искать. Спиртное, спиртное. Спиртного того не вижу, которое видел, но вижу, наверное, другое. Нет. Это соусы. Блин. Это соусы, это не спиртное. Был такой прикольный набор хулиганчиков. Да. Надо было брать тогда. Ладно. Будет что-нибудь другое, значит. Итак, вы стали обладателями железного человека. Железного. Запаха железного человека. Я даже очень... представляю, чем он будет либо мне железом, либо маслом, либо потом. Мне очень любопытно открыть бутылочка, как выглядит. Но я надеюсь, что она как-нибудь специфически выглядит. Антоше будет приятно. Но я хочу, чтобы Антоша открывал. А я сейчас хочу сказать,
Но я тебя не перебью, как будто, да? Ты хочешь про это сказать? Нет, я хочу сказать про другое. Короче, сейчас мужчины должны прогнать своих женщин от телевизоров, потому что я вывел идеальную формулу, если вы не хотите покупать женщине шубу, пальто, любые шмотки. Идеальная формула. Женщины, заткните уши. Короче, смотрите, мужчины, ваша женщина меряет вещи. Вы такие, не хотите тратить $40, $400, $10. Счастье прилетает такой подзатыльник. И знаете, что вы говорите? Дорогая, эта вещь тебя полнит. И все. И все, это идеальная формула. Вы просто не тратите баблосы. Так что жадина, записывайте. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. Мы вам дальше дали идеальную формулу, как избавить себя от расходов. И увидимся в Marshalls.